Итак, дорогие друзья, немного передохнув, я решил, что пора бы сделать что-то типа аквариума и таким образом закрепить полученные знания. Посему мы с вами сейчас пойдем вот этот рандомный кубик. Скажем, что нам нужны квадросферы. Это, наверное, много 8. Ну, так-то это сделаем. Я думаю, да. Так, теперь выделим вот это. Так, стоп. Выделим это, и это. Теперь пойдем в луп. Вот луп тулс, и скажем, что это циркл. Вот, что это циркл. И его G, вот этот, сделаем плоским. Вот так вот. Видите, как хорошо. Прекрасно. Так, а эту часть мы с вами сейчас обрежем, наверное. Мы тоже так же сделаем, только побольше радиус возьмем. Сейчас, секундочку, ребята. Перейдем вот сюда. Ну, какой я умный, это что-то. Ну, полуцикл. Секунду. Это что у нас было? Луптус, циркл. Вот. Так это все хорошо. А тут черти что. Так, хорошо. И теперь мы это дело убираем. Это фейсы. Убрали. Далее я бы такой, чтобы. Нет. Так. Давайте мы это дело поднимем сейчас. S. Ну, даже можно так немножечко, да? Теперь E по Z. Вот так. Так. Теперь здесь E. Ctrl-R. Отлично. И раздуем их S. Вот такой горшочек получился стеклянный. Дальше мы с вами поступим. Смус возьмем, да? Смус возьмем. А что нам смус-то не взять? Далее. Subdivision Surface. Прекрасно. И следующее, как вы уже догадались, это будет Solid. Solid. Где-то наш Solid. Вот такой Solid. Нормально. Прекрасно. Далее смотрим, все ли тут у нас нормально. Мне не все нравится. Это мне не нравится. Так, Ctrl-B, достаточно двух, смотрим, отлично. Так. Теперь давайте возьмем вот эти. Нужно сбоку посмотреть и выбрать их с помощью вот так B. Вот мы их выбрали. Прекрасно. Берем Shift D. Создали копию. Говорим P.
selection и говорим, что это вода. Вода. Так, это вода, но эта вода слишком толстая. Да и она со стенками. Так не пойдет, ребят. Так не пойдет. Нам придется выбрать просто эти. Объект мод. Этот вот так, это отключим. И нам нужно будет идти постепенно вот с этим вот так делать. Не-не, вот эти не надо. Ну, мамочка моя. Секунду, кто-то мне звонится. Так. То есть вот так вручную пришлось выбрать. Теперь Shift D. Ставим на месточко. Говорим ему. Selection и опять же вода. Так, теперь мы можем это дело сейчас выберем. Вот как я сказал, S Shift Z. Нет, я наоборот хочу. Shift S плюс Shift Z. Вот, теперь она правильно отключилась. Спасибо за подсказочку. Так. Ну, маленько Z мне не помешает. S, Z. И наверх. G. Вот. Так, дорогие мои москвичи, давайте я вас сейчас расцелую. Все равно этот появился. Здесь Subdivision убираем. Solid убираем. И Solid убираем. Вот, остается эта штука. Хорошо. Переходим в Edit Mode. Так. Здесь мы сейчас сделаем Ctrl-R. И GZ0. Вот тут. Нет. GZ0. Подождите, забыл же, как она, на ноле стоит, вот, ноль. Хорошо, теперь вот эти мы можем убрать, нет, троечка, тут вот все убираем, фейсы, а эти мы наоборот сейчас соединим. F. Все отлично. Ну а дальше повторяем то, что делали в прошлый раз. То есть мы выбираем эту штуку. Говорим face grid fill. Вот. А далее говорим subdivision. Раз. Ну, достаточно, наверное, этого subdivision будет мне. Вполне. Так, и здесь мы теперь Ctrl-R сделаем. Ну что, теперь не хотим? Вот зараза. Сейчас. Ctrl-R. Вот так. Придет отступить. Лучше отступить, чем потом все время тупить. И Subdivision. Вот достаточно. Теперь вы помните,
что надо пойти вот сюда и сказать, что вот эта группа вертексов, она у нас новая. И называется она групп. Так. И мы скажем, осиж не забыть, что мы придали этой группе, вот именно этой группе, вот эти выделения. Дальше мы пойдем с вами. Modifier. Возьмем Displace. А вот здесь главное, ребята, 0.1. Вот это вот я забыл в прошлый раз, промучился полдня, ничего не получалось. Так, теперь мы должны перейти сюда, тоже сказать новое, и в это имиджах текстуры выбрать cloud, то есть облака. И теперь посмотреть через объект мод. Вот они. Так, облака, белокурые лошадки. Вот. И вот делаем такую поверхность, как бы волнистую немножко. Такими волнами, да? Так, ну и заодно, наверное, ребята, мы скажем, что это у нас subdivision. Вот. И можем еще в дисплее немножко поиграться с текстурами. Хотя, в принципе, мне это вполне достаточно. Видите, вот там все хорошо. Теперь одеваем на нее, да? Говорил. Так, subdivision. Все, теперь мы имеем с вами и solid. Почему-то я отключил все с дури-то. Solid. Вот так. В итоге мы получили с вами аквариум. Правда, надо бы нам там еще пузырьки и рыбку запустить. Сколько у нас времени ушло? 12:39, да? Так. Смотрим. Вот так это выглядит, да? Если мы вот это отключим, получим вот это. Угу. Видим, что все в порядке. Хорошо. И, ну, давайте тогда наделаем здесь шариков, что ли. Воздушных. Ну, тоже возьмем кубик рундовый S. Вот так, смотрим сбоку и начинаем Shift D. Shift D. Shift D. Теперь поменьше. Shift D. Shift D. О, это выскочило за пределы, извиняюсь. Да, сюда я. Так, и растянем, конечно же, сюда, сюда, сюда и сюда. Много не делаем, потому что тут у нас будет рыбка еще. Вот так. Так. Можем посмотреть, как это будет выглядеть в скриншоте, да, сейчас. Давайте поглядим. А рыбку будем делать уже. Рыбку и, может быть, маленькое растение здесь в другом месте сделаем, в другом туториале. Так. Итого мы скажем, ребята, вот эти вот
ну, скажем, одно. Даже если она в район фиши получит, ну, получится половинка там на объекте. А здесь мы сейчас объект соединим вот так. Вот так. Вода у нас это. Лифт нам не нужен. Камера не нужна. В воде нам надо сказать, что мы согласны. Здесь тоже apply. Apply. И здесь apply. Apply. Все, прекрасно. Вот так. О! Это как у нас так получилось? У нас не одна такая, но G. Сюда ее. И это тоже вниз G. Вот так. Отлично. Сделали. Прекрасненько. Теперь мы говорим, что, ребята, первое, что мы это сохраним как аквариум. Если, скажем, экспорт как, давайте FBX возьмем, проще будет. Экспорт FBX. Отлично. Идем. Ну, зачем сюда пошли? Вот здесь нам надо. Это нам не нужно пока. Импорт аквариум. Вот он наш аквариум. Ну и давайте посмотрим, что из него будет, если мы его допустим стеклом. Открываем сцену. Аквариум. Вот они. И мы скажем это все. Нет, солид возьмем. Вот солид возьмем, прозрачный, да? Грей не нужен нам, белый. И вот так. Вот, видите, черные капли получились и так далее. Но это чухня. Почему? Да потому что мы уже знаем, как с этим бороться. Теперь бэкграунд возьмем. Белый, совершенно белый. В этих имиджи гейминг, мы скажем, колор будет у нас голубой, вот такой. Так, отлично. И в самом имидже вот здесь, мы скажем, винеточку нам нужно, вот такое, так обычно делается. Так. Ну и что делать с этими черными камушками? Я знаю, а я знаю, а я знаю. Мы пойдем с вами в лифтинг и скажем продукт. Все. Понятно? И мы получили с вами вот такую штукенцию. Еще мы можем сказать, что интерьер, вот этот интерьер подключить. Или вот этот, разницы нет, какой хочется. Но слишком много огоньков, да? Поэтому поменьше. Так вот можем сделать. Видите? Но нам нужна рыбина. Рыбина нам нужна. И, конечно, можно было бы. А, вот здесь их побольше, ребята. Вот и это мы можем с вами запечатлить. Материал, вот эти материалы глаз солид, можно сделать более прозрачным, если мы хотим. Далее здесь shadow мы сделаем, допустим, поменьше.
Так. Вот и получим вот такой вот красивый аквариум, который здесь мы видим. И вот даже, видите, есть этот проникновение. Так, ну-ка, посмотрим. Динус. Ну, забираем. Тут даже есть этот френкель, или как его назвать, хроматиша авиарациум. Немножко добавим хроматиша авиарациум. Ну и вот получили неплохой такой вот аквариум. Я надеюсь, вам понравилось. В следующем будем делать рыбку и туда запускать. Это мы сохраним. Хотя, может быть, и не надо. Зачем? Если мы знаем, как это все делать, все равно сюда еще фишу надо. То есть рыбку вводить. Так, давайте мы рендеринг сделаем для миниатюры. Вот так, рендер. Тут много преломлений, поэтому так быстро она не будет идти. Но вы уже себе представляете, как это будет выглядеть, правильно? Вот. Ну и прекрасно. Пошли делать рыбку.